Ну, короче, все, пошли нас оформлять. Дальше 300-400 метров вперед. Мы на поляне, и оттуда только пешком. Так, ну что, мы заехали. Короче, на поляну. Сейчас будем искать жилье. Вот там течет еще ручеечек. Водичка тает. Надеюсь, что мы здесь сможем полетать. Короче, нам сказали, здесь две главные турбазы. Это Комбат и Комбат 2. Это что-то не на Комбат не похоже. Так, слушай, а мы, может, уже проехали эти базы? Я что-то не помню. Напоминающие кемпинг. Ну, я слышал, что здесь целый приближается к Four Seasons, который на Красной площади. Сейчас посмотрим. Что, почему тут райд шалаш? Вон какой-то УАЗик стоит. Кислый Комбат. Комбат и Комбат 2. Куршавель. Так что? Мы тут не залубеем? Нет, не залубеем. Не, ну так. Есть-то чем. А, ну правда, класс, люкс. Как все это? Я врать не собираюсь вам, молодой человек. Ага. Потому что завтра ты развернешься. Открылись, еще чуть-чуть недоработки есть. Со светом у меня проблемы пока. А свет, я смотрю, генератор здесь работает, да? А генератор это соседи. Проходите вот сюда. Вот здесь вот. Ну что, мы заселились. Разложили вещи, покушали. Сейчас пойдем осматривать поселочек. Так, наш вот этот домик. Четырехместный. Но мы там вдвоем. А есть вот такие двухместные. Апарты. Апарт-отели. В процессе представления. Пойду курточку возьми. Курточка, курточка, курточка. Ты что, тоже хочешь взять? Ау? А вот здесь такой этот. Вода. Рукомойник. Вот туда дорога на кислые источники. А мы пойдем осмотримся. О, давай в магазин сразу. Сразу еще не успели уйти. Шишки, да? А? Да, сейчас мы только приехали. Вон пояс из овечьей шерсти. Так, учите. Конный прокат. А, я тут не понял. Написано, отнеси мусор до урны. А где урна, непонятно. А мы сюда, да, сначала доехали до этого магазина. А? Что входит просто работа? От аппарата не будет. Ну, утром заберете тогда. Не смотрю. И полный не будет. Даже порошочек есть. Дрону здесь точно рады не будет. Утепленный кунг. А? А может и баня, я не знаю даже. Странно, что здесь реклама поселка Рашкао. Да? Доехала сюда. Ага. Я предлагаю сейчас вот за деревом направо свернуть и до речки дойти. Попробовать. Давай пойдем на мостик.
Там еще одна речка должна быть. Короче, вот такое это место, поляна, откуда мы завтра пойдем на кислые источники. Чао!